Вот он, работаем. Как дела? Фура в хлам. Водитель тоже. Дай глянуть. Нравится? Сойдет. Поехали. Конечно, рады, когда больные уходят от нас здоровыми. Ну, совсем уж здоровым я теперь никогда не буду. Так что, если бы вы консультировали меня время от времени... Хорошо. А вы меня? Марьяна, я ведь на самом деле никакой не психолог. Неважно, кем вы там работаете. Главное, что, по сути, вы именно психолог и лучший. Вы мне трижды помогли. Трижды? Да. Спасли меня от увольнения. Диагноз помогли поставить. И, ну, можно сказать, глаза открыли. Правда? Правда. Вот вам. На дорожку. А запах? С ума сойти. Это что, эчпачмаки? Да. Это вот у меня дома теперь не скучно, я теперь развлекаюсь. Так, с меня тоже угощение, я ведь обещал. Хорошо, буду ждать. Владимир Александрович, я, конечно, понимаю, что вас с вашим отрядом могут в любой момент перевести куда угодно, но я, как ваш лечащий врач, очень рекомендовала бы вам... Я рекомендовала бы вам остаться. Для ваших легких лучшего климата не найти. Да, климат здесь подходящий. Зелененький. Оп.
что, Саидыч, Зоечка-то оттаяла? Не оттаяла. Ну, ничего, сегодня оттает. Кольцо ей подаришь? Ну, завезу. Экономно. Ты из меня жлоба не делай. И кольцо организуем. Сегодня скажут, что мальчик или девочка, да? Должны. Да пацан. Вон Зоя как долго обижается. Да потому что пацан там. Пацаны упертые. Девочки чуть помягче. У меня девчонка, я знаю. Лидика Петров у нас психолог. Перинатальный. Юль, а бутерброд будешь? Ой, нет, спасибо. Так ты ж не завтракала. Да что-то не хочется. Травилась, наверное. Хотя чем? Отравилась. Ну-ну-ну-ну. Чего ну-ну? А ты вот у Саидыча проконсультируйся. Беги за кольцом, сынок. Думаете? МЧС. Тут фура с горы навернулась. Ну, с дороги, да. Не знаю, может, и живой. Или нет. А где Прохоров, этот телец? ДБС со скорой раньше нас приедут. Ты автокран вызвал? Вызвал. Я с вами. Юль, ты вчера на вызове была. Давай сегодня отдохнешь. Вчера была не моя смена, а сегодня моя. Чего мне тут сидеть? Ай, а ты не сиди, езжай домой. Тебе же утром нехорошо было. Чего нехорошего? Ты все со мной нормально. Кому нехорошо? Отбились тут без меня от рук, а? Старик, какие люди, рады тебе, старик. Привет, дорогой. Давайте, езжайте, езжайте, езжайте. Ну что, плод развивается хорошо. А можно посмотреть пол ребенка? Он развернулся к нам задом, но, по всей видимости, мальчик. Что ж, сынок, развернулся задом к родителям. Это он к тебе задом, а ко мне лицом. Ну, если к тебе лицом, передай ему, что папа у него самый лучший. Угу. Ты уверен? Да. Что да? Да. Точно да, мальчик. Кажется, он мне кивнул. Да-да. Проезжаем. Пошел, пошел. Леха, гони всех к чертовой матери. О, приехали. Добрый день. Майор МЧС Петров. Капитан Егоров, вы как поднимать его будете? Разберемся. Нам бы для начала самим туда вниз спуститься. Коль, плохо все. Да вижу я. Да, тут без гаси не обойдешься. База, база. Нам срочно нужна спецмашина гаси. Ждем. Капитан, сейчас сюда кран подойдет и машина с гидравлическим инструментом, чтобы тут место было и ничего не мешало. Так, готовьтесь, Саня, к спуску. Идем. Я здесь вас страхую. Делается. А я? Ты здесь у нас на подстраховке. Хорошо, на подстраховке лучше там, внизу. Юль, ты туда не пойдешь, ясно? Я сейчас не поняла, капитан Грик. Ребята, сейчас немного не до скандала. Спускаться надо. Саня, я за ней присматриваю. Не успели. Так, все, расходимся. Ну, расходимся. Виктор, я гляжу, скоро сам Грек твоей мышце завидовать начнет. Молодец прям. Спасибо, Валерий Аркадьевич. Витя даже спит на брусьях. Ну, Дим, а ты чем занят на дежурстве? Вот. Опять свои походы планируешь. Иди тоже поспи.
На брусьях, чтобы быть в форме. Так это ж любиться надо, чтобы такую форму набрать. Здравия желаю. И тебе здравия желаю. Игорь, что, проспал? Никогда не просыпаю, Валерий Аркадьевич. Просто кто-то душ занял на целый час, представляете? А, уважительная причина. Вот это разберешь на складе, ладно? Давай. А человек из душ придет? Он утонул? Придет. Обязательно придет. Сначала в себя отчасти придет, а потом сюда. Баки целый, аккумулятор сам вылетел. Как он? Да подожди ты. Он живой вообще? Да живой пока. Ноги, скорее всего, перебиты, а внутри вообще каша. Слушай, давай без этих малоприятных подробностей. В больницу надо срочно. Как доставать-то так будем? Ну, надо стабилизировать, приподнимем кабину и стойки отрежем. Да подожди ты со своими стойками. Посмотри, у него какая штука. Боюсь, селезенка пробита. Коля! Коля! Инструменты нужны! Прежде всего, болторез! Понял, делаю! Что еще? Гидравлика когда будет? Гидравлика на подходе! Делаю! Коля, готово! Сейчас! Грек, веревку! Веревку натяни! Хорошо! Пошел! Еще натяни! Отлично! Есть! Мужики! Гаси пришла! Парни! Разворачивайтесь! Десанток вставайте! Здравствуйте. Ал, привет. Привет, Зоя. Садись, чего стоишь? Я думала, ты никогда больше не позвонишь. Я так виновата перед тобой. Да перестань. В чем ты виновата? Даже Сергей твой тот не виноват. Слушай, но он правда ничего не сделал такого, чтобы Ивана задержали. Я понимаю. Ваню подставили. Свои же люди. Его обвиняют сейчас в каких-то жутких вещах. И самое обидное, что все в это поверили. А я не верю. Я тоже не верю. Честно? Для меня это очень важно, чтобы хотя бы ты мне поверил. Ал, его выпустят. Обязательно. Чайку, может, с десертиком? Можно. Можно, пожалуйста, чай и два самых лучших десерта. А выходи ко мне на проект. Мы тендер выиграли, представляешь? Да ты что? Супер! Я тебя поздравляю. Спасибо. А ты знаешь, мне доктор сказал, что мне можно поработать. Я с удовольствием. А Сергей разрешит? Я его даже спрашивать не буду. Спасибо. Так. Давай. Саня! Давай, дворник, режь, только очень аккуратно. Понял. Давай сюда, сама отрежь. Вдруг тебе плохо станет. В смысле? Хлопай в обморок, я кровь повидал побольше твоего. Давай сюда. Юль, да я не об этом. А о чем? Ты даже не пролежишь свою косую сажу. Не дай, пожалуйста. Оперативно приехали, спасибо. Ну что, работаем? Работаем. Я смотрю, вы его по уму собрались доставать. Стало быть, живой, да? Мы всегда по уму достаем. Живой, слава богу. Повезло чуваку. Плюнь, капитан, еще не вечер. И вообще, не мешай работать. Иди свое дело делай. Здорово, мужики. Здорово. Давай помогу. Держи. Оп. Давай. Давай ты тогда со мной на станции останешься, а ты Петрову помогай экран сыграть.
Да, есть. Давай. Готово. Молодец. Зафиксировать сможешь? Не смогу, только бинтами. Надо колодец сделать. Подашь? Что ж там такого интересного, граждане? Нравится смотреть, как железку переворачивают? Конечно. Очень увлекательное зрелище, да? Смотреть, как человек разбился. Прямо кино. А еще лучше самим поучаствовать. Так вот, если кто через минуту здесь останется, полезет вниз, обломки подбирать, природу, так сказать, чистить. Макаренко. Давайте, 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 шустрее, шустрее. Так, стабилизатор сюда. Когда поднимать будем, подсовывать лучше. А это тогда вот сюда. Чтобы наклон меньше был? Да, правильно. Давай. Давай. Есть. Черт, он взрывается! Том! Смотри, там бревна есть, может, подложим? Да, для стабилизации пойдет. Давайте уже быстрее идите со своими дровами-то. Мужчина, угощайтесь. Старик вторую порцию выпекает уже. Лежать. Молодец. А чего ты Зою не привел? Прячется от нас. Она как узнала, что старик вернулся, прячется от его пирогов. Говорит, не хочу поправляться. Ну, помирились, и то хлеб. Ну, Сергей, за твоего сына. Пусть будет здоровым, хоть и без пирогов пока. Спасибо, ребята, спасибо. Вот будем на старости лет воспитывать парня. Я даже не знаю, как парней-то воспитывать. А чего вы думаете, Сергей Савельевич? Только парней воспитали. Тебя вот, например. И меня в том числе. Ребята, да я из грека сделал человека. О, привет, стажер. Здравия желаю. Съешь хачапури. Полковника сын будет, вот мы празднуем. Поздравляю, Сергей Савельевич. Спасибо, спасибо. Как говорится, между первой и второй перерывчик небольшой. Аккуратно. Да. Аккуратно? Есть. Юль, ну ты чего? Ну, хорош. Это легкое бревно. Строишь у себя команду, конечно. Юль, иди сюда. Чего? Да вот, чего, чего. Стой, смирно. Ой. Ой, блин, ты туда же. Стой давай, смотри на меня. Отравиться уже нельзя человеку. Отравиться или еще чего? Чего еще-то? В любом случае, тебе сейчас напрягаться нельзя. Ой, Кость, давай ты займись вот пациентом. Рубай. Ага. Надо еще немного, хотя бы сантиметров 10. Все, больше нельзя, неустойчиво стоит. Тогда надо резать и растерять. Значит, будем резать. Я смотрю, ну где это пошло? Вань, надо ускоряться. Ну да, хорошо. Ребят, помощь нужна? Не нужна. Иди смотри, чтоб люди в пропасть не лезли. Ага. Я готов. Грек у меня готово, давай режь. Давай, давай. Сейчас. Ага. Есть. Еще, еще, еще чуть-чуть.
идет. Идет. Юль, подальше отойди. Да, готово. Черт. Ноги зажаты. Так не там сиденьем зажаты. Не видно. Надо его отжимать. Сейчас сделаю. Только не вздумай лезть туда. Куда? Он весит килограмм 15. Если бы я со своим майором так разговаривал, завтра бы на пляж охранником пошел. Вот-вот. Капитан Грек, на пляж не хотите? У меня есть уважительная причина. Короче, предлагаю через вторую дверь доставать. Будем разжимать расширителем. Давай работай. Станцию неси. Есть. Идет. Ага. Как подлезть сможешь, скажешь. Да, хорошо идет. Нормально, нормально. Давай еще. Ногу вижу. Сейчас буду разжимать, давайте тяните. Давай к Прохору. Идет, давайте тяните. Держу. Давай. А, осторожно. Есть! Вытаскиваем. Вить, а ты куда? Пойду, а что ты за пультом сменю? Просто хотела сказать, вот решила пока остаться. И правильно. Ну да, я так подумала о Верина и Гиреев. Они же, в общем-то, ни при чем. И вообще они в другом отряде. Я тоже с Соней другого отряда. Ну да. Просто хотела сказать спасибо, что ты меня отговорил. Соня, не выдумывай, я тут совсем ни при чем. Вить, я, наверное, тебя обидела? Соня, ты ни Федова не видела? Нет. Вроде с утра был. Не знаю, я не заходила. Вам плохо? Как-то мне не очень. Я сейчас его найду. Молодцы, ребята! Спускаем носилки! Ну, теперь наш выход, Вань. Что автобус? Какой автобус? Автобус. Какой автобус? Шел на меня прямо в лоб. Он сознание потерял? Загружаем. Давайте, осторожнее. Так, вот так. Все. Какая-то ерунда. Водитель сказал, что ему в лоб шел автобус. По идее, он сам должен был оттормозиться, руль вывернуться. А следов на дороге нет никаких? Следов нет, только тормозной путь скорой. Вот-вот. И потом, кстати, таксист, который первый подъехал на место ДТП, сказал, что по дороге не встречал вообще никакого автобуса. Макс, привет. Слушай, тут в горах фура с дороги слетела. Я сейчас тебе скину номер, фото документов. Это что? Получается, бедняга на ровном месте в обрыв улетел? Значит, у нас тут волшебный автобус завелся, который только магией видит, а мы нет.
В общем, по документам она ехала в аэропорт за деталями водородного двигателя. Будь добр, проверь на всякий. Но ты же не обиделся, что я с Витей говорила? Просто мне кажется, он переживает. Ты правда думаешь, что я тебя ревную? Нет, конечно. Кто я такая, что ты... Кто он такой, чтобы я тебя к нему ревновал? Стажер Кружко, вы как-то относитесь ко всему слишком... Серьезно, да? Нет. Трагично. Ты не забывай, что в нашей паре трагик — это я. Вот сейчас на воздухе получше станет. Что ты меня держишь? Я не умираю. Ну ладно, ладно. Что, совсем плохо? Да, отравился. Ну, все, сядь, посиди. Дай руку. У Юли, кстати, тоже сегодня. Это что, из-за пирога? Ну что ты? Пирог мы все ели, а Юля, кстати, не ела. Может, у нее что-то другое? О, нет, только не токсикоз. Не хватало тут много маленьких греков. Ну, будет у нас маленькая Греция. Ладно, у Юли, у меня что, тоже токсикоз? От Зои перенял. Ты у нас, папаша, трепетный. Ладно, сиди. Сейчас тебе ромашки заварю. Фу. Уже выдали? А что, фура с такими же номерами? Ну да. Черт, я не понимаю, что просто передали груз с рук на руки, и никто не сопровождал? Что значит никто? Его охранник сопровождает. Так звони этому охраннику. А свезло мне с командировочкой в этот раз. Это да. Вы сами-то надолго? Да не, какой там. Завтра уже все, домой. Так лишь бы успеть в море окунуться. А до Сочи-то далеко? Теперь нет. Точно такая же фура, с такими же номерами и документами. Фальшивыми, это понятно. И в ней очень важный груз. Насколько важно, стрелять можно? Стрелять нельзя, но не из-за груза. В ней охранники, он не отвечает на телефон. Ясно. Внимание всем постам и мобильным группам. Задержать фуру. Александр 022, Ольга Елена. Код 123. Повторяю, 123. В фуре может быть заложник. Не стрелять, повторяю, не стрелять. Принял. Слыхал? А 022, ОЕ. Фуру видим, номера совпадают. Стрелять! 17-й километр, сбит инспектор! 17-й километр, сбит инспектор! Фура ушла дальше! Фура проехала только что мимо вот этого поста. Задержали? Нет. А, и нашего, кстати, сотрудника сбил. Слава богу, не насмерть. Значит, уже поняли, что объявлен перехват. И будут уходить огородами. Как думаете, где свернут? Я думаю, вот сюда они пойдут. Здесь наших постов нет. Вот здесь. А ваши ребята по-быстрому могут туда подъехать? Вот по-быстрому нет. Слишком далеко. А мы близко? 10 километров. Так вы сами можете переходить? Нет, я на этой машине не проеду. Наша пройдет? Ну, ваша пройдет. Подожди, а как брать будем? Брать вы никак не будете. У меня оружие, брать буду я. Поехали. Юль. А? А, давай ты с сотрудниками до базы поедешь, ладно? Ты сейчас серьезно? Ну, у нас у капитана оружие, мы просто его подвезем и все. Саш, это мое дело. Юль.
Я сказал просто нет. Нет. Значит, я еду, а ты нет. Юль! Заразился от тебя токсикозом. Ну и шуточки у вас. У меня вообще токсикоза не было. Так, сейчас аптечку принесу. Да подожди, подожди. Нефедов и так напичкал меня всякой гадостью. Даже укол сделал. А уголь он тебе дал? Я углем напичкан так, что мною можно разжигать мангал. Господи. Вот обещал мне, что будешь есть только дома. Ладно, все, ты как? Встречалась с этой Аллой? Да. Она злится? На работу меня к себе позвала. На работу в смысле офис посмотреть? Или на работу на работу? Ну, да, чтобы я с ней поработала. Но мне врач разрешил. А что такое? Да нет, ничего. Иди работай, Зоя. Правда? Так, 100 метров прямо, потом направо, и дальше сразу дорога пойдет налево. Понял тебя, понял. Немедленно остановитесь. Андрей, 0-20, малый Екатерина. Прижмитесь к обочине. Внимание, прижимаемся к обочине. К обочине, я сказал, прижимаемся. Сейчас я найду лазейку. Попробую замедлить. Машина нужна побольше нашей. Можно, по идее, тормозной шланг перерезать. Сейчас попробую. Коля, прижми, я на ходу перелезу. Слишком опасно. Я попробую прострелить. Обходит, обходит, газуй. Да что он мне сделает? Я ему в лепешку. Держитесь, поджимаем. Да вы что? Это штабельное оружие! Дай сюда пушку! Пожалуйста, капитан! Есть! Есть! Тормозов нет! Ручник! Не вылезайте! Ага, не вылезайте, сейчас! Я же сказал! Юля, аккуратней! Прохоров, помощь нужна! Я стал справлен, давай заложник! Я пошел! Пошли за мной! Пошли! Пошли со мной аккуратно! Крепко тебя приложили. О, главное, живой. Это главное. Ну что, браток, очухался? Сейчас, потерпи, потерпи. Окажем тебе первую доброщебную. Кто у вас тут? Так, их двое убежали туда. Наши двое преследуют. Давайте за ними. Командир, помоги. Сейчас, секунду, подожди.
Мама разрешает тебе с ножичком играть? Порву гнида. Прости, я не хотел. Сейчас приду. Виктор Алексеевич. На землю. Ну. Правильное решение. Вы устали. Пора отдохнуть. Саш, ты как? Больно? Приятно. Приятно, что спросила. Подстрахуй. Да, хорошо, мы с тобой размялись неожиданно. Второй где? Ведем. Приветствую. Ну вы и крутые МЧСники. Пришлось, конечно, повозиться. Это Стиво. А это капитан Егоров. Но вам все равно придется с нами. Да это понятно. Это, ремень верните, а то, боюсь, конфуз получится. Этот? Нет, мой тот. Забыл тебе сказать, был сегодня в управлении. Ну, у Ежова любовника моего. Морду ему набил. Встретил там генерала московского. Да, и кого? Проскурина. Ого, он в Сочи? Приехал ненадолго. А ты что-то про него слышала? Так ты мне 100 раз про его подвиги рассказывал. Пожалуй, брошу ради него Ежова. В общем, он сказал, что мне пора давно на повышение. Он просто многого не знает. Держи. Спасибо. Еще сказал, что есть место в управлении МЧС. В Красноярске. Это, конечно, не Краснодарский край, но все-таки большой город. Енисей, природа. Красивая. У тебя работа, но... Если ты согласишься уехать со мной и начать все сначала, я не давлю, ты подумай. Да нечего тут думать. Поедем, конечно. Вкусно. Ну, спасибо тебе, капитан. Поправляйся. Наших долго нет. Да вот они.
Ну что, все живы-здоровы? Ну, грех ты, как всегда, побитый, но не побежденный. А вон, зацепило, Ларис. Кровь вроде остановила. Ну, для такого бойца это просто царапина. Господина Погодина к нам доставьте, пожалуйста. А этого? Разумеется. Неплохо. Ладно, подштопаешь меня? Конечно, пошли. У тебя вообще обезболивающее-то есть? Сейчас поищем, коньяк подойдет. Давай, Грек, за руль. Все. Точно все. Они Виктора взяли. Слава богу. А я тебе говорила про него. Как там Соня? Звонила ей сегодня, вроде повеселей. Но главное, чтобы эта дрянь больше не доставала. Поехали. Ты про кого? Про эту их Юлю? Да, это стерву. Садись. Будешь с ней разбираться? Посмотрим. Поехали. Слушайте, вы какой-то, ну, выглядите вы не очень. Все в порядке, товарищ генерал. Просто немного устал. Вы уж извините, что я вас вызвал вечером. Да вы садитесь. Честно говоря, я рад вас видеть живым после вчерашнего. Сам рад. Думал, не выживу. Два центнера на себя тащить. И под пулями. Сергей Саидович, это не дело. Ну, спасатели всегда рискуют собой. Но когда в тебя тычут дулом, надо уходить. Вы же не спецназ какой-нибудь. Борис Евгеньевич, вы спасли человека. Вот если бы вы не спасли человека, тогда бы я вам влепил такой выговор за нарушение приказа, что любо-дорого. А сейчас я с вами просто беседую. Кстати, вы рисковали не только своей жизнью, а еще и жизнью младшего по званию. В смысле, младшей. Да это младшая под пулями, как рыба в воде. Да знаю я про вашу рыбу. Ну и плавала бы сама. Я же вам говорил, не нянчить молодежь. Да я особо в последнее время никуда не выезжаю. Разве что завтра. Поисковая операция. Девушка пропала в лесу. Все люди нужны. Ну, поисковая – это другое дело, это можно. Ну, в общем-то, я вас не для этого позвал. Сидите. Так вот, у нас сейчас гостит генерал из Москвы. Кто? Уж не Поляков ли? Нет, не Поляков. То, что его племянник служит у вас в отряде, я знаю. К нам приехал генерал Проскурин. Ого, гордость МЧС. И вот я к чему веду. Он тут о вас спрашивал, ну, как бы невзначай. А я знаю Проскурина, он любит так вот заехать на какую-нибудь базу без предупреждения. Я так понял, это и есть предупреждение? Вы правильно поняли. Поэтому полная боевая готовность. Мы всегда в полной боевой. Ну, тогда полная парадная. А сейчас идите, отдыхайте. Сергей Саидович. Спасибо, что подвез. Вы сегодня герой, вас вообще на лимузине надо было везти. Если вы думаете, что я выйду и дам вам поговорить, то шиш вам с маслом. Зачем ты его отпустил? Я не отпускал, вот он. Я пробудил его. Я считаю, что рано. Заметьте, я его под подписку не выездил, выпустил. Дальше нам с ним делать нечего. Погодин готов признаться по всем эпизодам. А если он врет? Погодин китаец, Юль. Ты его поймала, задание выполнено. А ничего то, что я все это при господине Греке? Ничего.
А, ну да, у вас же нет друг от друга секретов. Если бы не твой героизм, надавал бы по шапке. Все, идите. Пошли, Саша. К новому заданию готовься. Саш. В порядке. Как ты? Нормально. Ногу отсидел. Ты обиделся, знаю. Да не обиделся, Юль. Я бросил тебя, прости. Юль, я не обиделся, слышишь? Обижаются, когда чего-то ждут и не получают в ответ. А ты ничего никогда не обещала. Я не могла упустить китайца. Я гоняла за ним полжизни. Поймала? Молодец. Теперь получишь новое задание. А старое пойдет в архив вместе со мной. Зря. Я совсем не... Да я не понимаю, почему ты не бережешь себя? Ну ты что, думаешь, я беременна? Я не знаю. И ты не знаешь. То, что тебе на меня пофиг, я уже понял. Это не важно. Но если у нас будет ребенок... А если не будет никакого ребенка? Так сделай тест! Блин, я больше ни о чем не прошу. Ладно. Я сделаю тест. А потом что? Мне придется сделать выбор, да? Да. Сразу видно, по кому ты скучал больше. Так и он, небось, по мне больше. Сидел тут и ждал, пока ты там носилась со своими ивентами. Ну ведь не зря ж носилась. Да? Ну-ка. Я выиграла тендер на организацию одного мероприятия. Ну-ка, поподробней. Презентация на технофоруме. Да ладно. Вань, ты знал? Ну, Вань. Ну, знала, знал. Сюда. Ну, я же хотела честно, без блата. Так ты и так без блата. У тебя лучшая фирма. И они сразу это поняли. Да ну тебе. Ну, перестань. Я же не мог допустить, чтобы водородный двигатель презентовал черт знает кто и черт знает как. Я бы и сама добилась. Так ты сама и добилась. Просто я чуть-чуть помог. Ну, пойми, для меня это очень важно. Значит так, обследуем вот этот квадрат, если дронов я еще не нашел. Хотя они, бедняги, там с ног валятся. Да уж нечего ходить было. Я им сразу говорил, что ее там не найти. Так ты ж сам с ними хотел. Ничего я не хотел. Семечкин, объясняю, там пологий участок. Деревьев? Деревьев мало, провалиться было некуда. И со спутником мы сразу увидели. Ну да. Может, майора особо не взял, вот он выпендривает. Что, Касацкий, попал в немилость к начальству? Так все. Давайте по делу. Найдем девчонку, потом будем ковырять свои обидки.
товарищи генералы? Вольно, вольно. А вы кого так испугались, Борис Евгеньевич или меня? Эти никого не боятся. Ну вот, Роман Олегович, тот самый знаменитый подполковник Гиреев. Наслышан, наслышан. Я тоже, товарищ генерал. Это кто? Генерал Проскурин из Москвы, легенда. Они с группой Дронова как одна семья. Вместе на вызовы ездят. Дисциплина железная. Но как без нее? Ежовых держу. А вот хамить-то не надо. Простите, товарищ генерал. Вот выдвигаемся в горы. Девушка пропала. Вторые сутки ищем. А меня с собой возьмете? Не вопрос. Сохрани. Мам. Пап. Я такая дура. Мне тут жутко не везет. Короче, если что, я вас люблю. Не обижайтесь на меня. Я же не ради проверки. Просто в поле захотелось, вот сил нет. Вы, товарищ генерал, столько полей перепахали. Некоторым на три жизни хватит. Сергей Саидович, вот когда вы генералом станете, поймете, что полей много не бывает. Вот это точно. Да я и подполковником не чаял стать. Ладно, выдвигаемся. Семечкин, найдешь для генерала полевую форму? Есть. Товарищ подполковник, разрешите принять участие в операции? Ах ты. Понятно. Разрешаю, товарищ капитан. Есть. Но... А ты остаешься на базе. От греха подальше. Есть от греха подальше. Пойдемте, товарищ генерал. Выдам вам форму. Пойдемте, пойдемте. Саидыч, ну что ты их разводишь, как пацанов, чтобы не подрались? Сам бы на базе посидел, до сих пор зеленый. Подожди, я не понял, что происходит? Спасатели дерутся, а командир зеленый. Нормальный командир. Просто сил чего-то. Мне нужен свежий горный воздух. Родятся. А мы две минутки ждем. Что, ты его гипнотизируешь, что ли? Хочешь, чтобы выдал нужный тебе результат? А тебе не нужно, да? Ты же его не оставишь, Юль. Давай мы сначала результат получим, потом вместе решать будем. Вместе будем решать. Думаешь, я не понимаю, что тебе не важно мое мнение? Просто я твое мнение знаю. А свое? Свое мнение ты знаешь, Юль? Да что тут думать вообще? Одна минута. Я же прекрасно понимаю, что если встанет выбор между мной и работой, то выбор очевиден. Но это ребенок, Юль. Это ребенок, Юль. Это другой выбор. Нет, Саш. Это один и тот же выбор. Да ты вчера меня бросила, даже не оглянулась!
С ребенком так нельзя. Юль. Да не знаю, Саш. Я не знаю, что в этой ситуации делать. Я даже вообразить себе такого не могу. На. Ничего не нужно решать. Вопрос закрыт. Так проще, да? К врачу сходи. Схожу. Знать, что от этого генерала ждать. Это раньше он был геройский герой. А сейчас просто начальник. А тут я и всех опозорю еще. Ты ерунду не говори. Я его отправлю с этим Кашиным индюком. Пусть ходят под ногами, не болтаются. Это Касацкому нужно себя показать. А тебе это... Нет, не надо. Ну вот видишь, ты же не карьерист. Настоящий спасатель. Ну что, если все готовы, погнали! Стоп. А где пузырь? Пузырь! Апорт! Молодец, вот так вот. Ну что, за руль? Шучу. Вперед! Вперед! Молодец! Вот так. Как-то вы были бодрее вчера. Так это вы меня взбодрили. Может, у вас сегодня получится? Побегаем, постреляем. Поговорим. Я, правда, вот вижу, что вы уже про себя достаточно наговорили. Что, водородный двигатель как раз пытались? Было дело. Для китайцев. Для них родимых. А конкретного заказчика назвать, значит, не хотите? Так они же там все на одно лицо. Понимаю. Запутались. Так, что еще? Взрывное устройство подготовили. Беликова подкупили. Стреляли в него. Я машиной управлял. Стрелял Ярик. А качок ваш и Беликова из-под пули увел, и Ярика вчера отдубасил. Он что, тоже на ФСБ работает? А вот насчет грузовика... Там? На складе? А. Это я видел Ярику. Сразу понял, что вы тут будете мешать нам. Так это что, для меня специальный подарочек был? Надо же. То есть, вы обо мне еще до этого знали? По Ульяновску? Да. Приятное было знакомство. А мне казалось, мы еще раньше познакомились. Ну, ладно. Мусорского тоже вы убили. Грешин? Убил. И, видимо, после того, как заказали через него селитру, да? А напарник мой? Он, получается, тоже на вас работал, да, Леня? Да. С Леней изящно получилось. Куда изящней. Только вот он Сеня. А не Леня. Может, и Сеня. Они же все на одно лицо, да? Но вы просто исполнитель. Верно, Погодин? Кто у вас главный? Главный здесь. Вы, товарищ майор.
сам генерал Проскурин? Блин, я ж могла с ним сюжет сделать. А все, пропала сенсация. Да и у нее персональный журналист есть уже. У кого? У Наташи, парень ее. Все на показ делает. Поиски в реальном времени стримит. Но есть еще на свете неравнодушные люди, которые готовы мне помочь. Ясновидящая Земфира точно знает, что Наташа еще пока жива. И все подписчики моего блога в прямом эфире увидят, как мы отыщем ее. С каждым шагом я все сильнее ощущаю вибрационные волны, которые исходят от нее. Она жива. Она ждет помощи. Она сейчас на Змейке. А Змейковские водопады — это где? А вот. Вот, вот это. Да. А, то есть наши туда не поедут? Нет, наши с другой стороны. Ну, если что, мы им стрим скинем. Слушай, а далеко до туда добираться? Да иди ты нафиг, откуда я знаю? Хорош врать, ты же походник. Ну, я же не идиот. Да и тем более, он сам блогер. Зачем тебе это надо? Товарищ генерал, если вы не против, я... Да, пожалуйста. Командуйте. Вы здесь командир. Значит так. Вы с капитаном Касацким берете вот этот квадрат. Ага. Воспитание молодой поросли поручаю вам. Ну, а ты, капитан, смотри, чтобы ни один волос с генерала не упал. Есть. Ну что, задача ясна? Задача ясна. Расходимся. Вперед. Товарищ генерал, давайте сумку. Давай, пойдем, пойдем. Капитан, не меня карауль, а девушку ищи. И вообще, идти надо цепью. С дистанции вон 20 метров. Я в курсе, товарищ генерал. Но мне было приказано обеспечивать вашу безопасность, я и обеспечиваю. Между прочим, это я должен следить, чтобы вы понапрасну с собой не рисковали. Так, здесь какая-то ямка. Ну-ка. Провал. Но следов падения нет. Молодец, следопыт. Давайте руку. Отставить. Игорь, а ты что там внизу за видео смотрел? Опять вспоминал свое театральное прошлое? Очень смешно. Нет, мне Фомин прислал. Парень этой Наташи пошел ее искать с какой-то гадалкой на Змейковские водопады. Че ж ты сразу не сказал? А смысл? Водопады с коптеров осмотрели. Там редколесье, Наташу бы не пропустили. Это они так, дурью маются. Скажи, этот дебил и тебе про меня видео показал? Какой дебил? Фомин? Нет, другой дебил. Кеш, что ты меня раздражаешь? Ты ведь знаешь, что я про Семечкина. Витя мне ничего не присылал. Это я ему прислал. В смысле? Ну, вот так. Гляди, у тебя сейчас генерал грабанется. Товарищ генерал, пожалуйста, осторожней. Очень вас прошу. Я проверила, в Ульяновске его в тот момент не было. Ну и что? Там был Мусорский, потом Сеня. Он ими дистанционно мог управлять. А убил он Мусорского тоже дистанционно? Силы мысли? Ну, кого-нибудь нанял. Почему не сказал? Он сливает всех, кто под ним. И Ярика, и Гришуню. И покрывает тех, кто над ним. Ты на это намекаешь? Да не намекаю, я прямо говорю. Он исполнитель. Исполняет чужие приказы. Доказательства. Китаец приметил меня еще до Ульяновска. И подослал ко мне Сеню. А Погодин Сеню даже не знал. Но это вот, ну, ни на грамм не доказательство. Для суда нет, а для меня это зацепка. А для тебя вообще-то есть уже новое задание. Пока технофорум не пройдет, я отсюда не двинусь никуда.
Все понял, будем искать. А вы сейчас куда? Вперед. В вашу сторону пойдем, но у вас вход по горе. Давай. Блогеры, гадалки, будь они трижды неладны. Бегай еще за ними по горам да по лесам. Судьба у нас такая. Вперед! Надюнь, ты там? Пусти мужа переночевать. Ты же говорил, он завтра. Написал, что за день до турнира прилетит. Давай сюда. Куда? Да быстрей. Держи. О, еще одна. Это полдня по горам шаталась и все равно на базу притащилась. Просто Игорь же не собирался на поиски. Я думала, он тут. Думала, думала. А ты что здесь забыла? У тебя ж выходной. Угу. И у Грека выходной. Дожили. Одна своего парня на работе ждет, другая от своего парня на работе прячется. Что дает он тебе? Да нет, ну я-то его могу понять. А себя? Ладно. Я бы тебе харчо предложил, но, судя по твоему виду... Не-не-не, я вот чайку. Ну, сиди, я сам налью. Господи, что ж вы такое у меня? С Саидом сожрали. Почему с Саидом? Да он тоже второй день. Животом мается, тошнит его. Интересно, мы с Саидом вместе не ели ничего? И не пили. И не пили. И не нюхали. Нюхали. Вернее, дышали. Мы с Саидом плавали с одним аквалангом. Саюш, пойдем, я тебя кофе напою. М? Да я не особо-то голодный. В самолете перекусил. Ну-ка. Так ты не перекусил, ты закусил. Это с утра-то. Ну как, Надюнь, ну надо же было на пасашок. А больше не-не. А... Завтра турнир. Вот и пойдем. Пойдем покушаем. Пойдем? Сейчас, дай переоденусь хоть. А. Да куда ты? Знаешь, сколько она стоит? Ай, пузырь, ко мне, пузырь! Оп, молодец, пузырь. Здрасте вам, пожалуйста. Вы, что ли, гадалка? Потомственная ясновидящая Земфира. Знаю, что привело вас сюда. Судьба нередко преподносит испытания на пути к благой цели. Есть! Что там у тебя? Да камера, ворона утащила, собака такая. Это злой рог принял обличие вороны. Тьфу ты, черт, а! Помощь нужна. Какая помощь? Вы Наташу 2 дня ищете, и что? Мы ее сами найдем, без вас. Ты сначала слезь, сынок. Пошли, пузырь. Аккуратно! Не могу! Ладно, Коля, иди, я догоню. Разберусь с ним. Так, я так понимаю, батута здесь не достать. Точно этот? Точно. Совсем пустой. А ведь там после Гиреева оставалось еще минут на 10. Надо бы проверить. Другие тоже. Проверим.
Но если из этого строили воздух, чтобы не оставить следов, я думаю, в остальных чисто. Получается, к нам на базу кто-то забрался? Даже два раза? Ну, забраться-то недолго умеючи. А вот выяснить, когда у меня подводная тренировка... Так это для тебя было? Но ты могла взять и другой акваланг? Да нет, этот первый в ряду стоял. А что с аквалангом? Сон, тебе что-то известно о нем? Нас тогда майор Петров ругал, меня и Витю, что мы склад забыли закрыть, и Маша коптер украл. И что акваланг был не на месте, а мы с Витей акваланг не брали. Соня, ты знала, когда у меня подводная тренировка? Ну да, знала. Я еще Вите говорила, что тоже хочу. Только Вите, а больше никому. Эй, блогер, как там тебя звать-то? Андрей. Андрей. Давно по канату лазал, а? Значит, я бросаю, ты ловишь. Лови, лови. Вот, молодец. Тик-тик, тик-тик. Лук. Замечательно. Так, замечательно. Сволочь. Я не знаю. Может, дома забыл? Да это что? Отправил жену отдохнуть на юг. Отряд 3247, оперативный дежурный слушает. Принимайте вызов. На Большой Морской 9 бабушке плохо стало. Квартира заперта, нужно вскрывать. Вызов принял. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы администратор? Да, я попыталась дверь открыть, но изнутри заперто на защелку. А балконы с той стороны. И что, совсем невозможно открыть? У нас не номера, а апартаменты. И люди имеют право запереться. А там пожилая женщина. Они всегда запираются. Что будем делать? Придется дверь резать. А что, по-другому никак нельзя? Давай с крыши попробуем. Балкону дверь отпереть легче. Я спущусь на балкон, открою дверь, пущу вас в квартиру, и вы займетесь бабушкой. Давай вперед. Ой, это было бы идеально. Ну, признавайся, где он? У соседей!
Ага, по вентиляции пролез. Слушай, не хочешь есть, иди поспи, а? Тебе проспаться надо. Ты из меня дурака не делай. Слушай, а кто там орёт? Это не наш любовник случайно? Да вроде нет. Наш спокойно ждет. Это на пятом скандал. Да, веселый отельчик все-таки. Ну, я пошел. Давай. Я тебя держу. Вот мы и добрались. Наташа где-то здесь. Похоже, сорвалась. Пузырь по следу четко к обрыву привел. Нет, нет, она не могла погибнуть, я не верю. Она жива. Я слышу ее страх. Он совсем рядом. Внизу ее тоже нет. Может, действительно жива? Там. Там вибрации исходят оттуда. Коль, ну-ка глянь. Это чего там такое? Да, походу, пещера, Саидыч. Пузырь, вперед! Нашла. Земфира нашла мою Наташу. Значит, это ты, Кеша, видео нашел и посоветовал несчастному Семечкину меня ткнуть. Витя еще маленький, добрый. Ага. Хочется, чтобы все по-хорошему. По-хорошему никогда не научишь. Чему не научишь? Нефедов, тебе-то что надо от меня? Мне, Игорь, надо, чтобы ты стал человеком. А-а-а. Ты же один в отряде, ведешь себя как свинья. Все пришли сюда просто спасать. Одному тебе надо себя показать. Только вот так вот первыми не становится. Серьезно, Нефедов? Ты меня воспитать решил? Наказать. Дети, когда слов не понимают, с ними что делают? Наказывают. Офигеть. Ничего себе. В сель сошел. И, похоже, недавно. Да. Ищи, ищи, пузырь, ищи! Молодец, молодец, пузырь! Ты смотри, Саидыч. Да, на дневный поход не похоже. Тут зимовку организовать можно. А девчонка-то где? А да куда ты звонишь, а? Не Наташа случайно? Дай. А ну-ка признавайтесь, Сёба, что вы тут за цирк устроили? Я и правду того на турнире умотался. Вот ты где, падла! Сдохни, гад! Эй, я же здесь! Ничего не понимаю. Да все понятно, Саидыч. Девчонка прячется, блогер в прямом эфире ищет, гадалка типа находит. Ясновидящая. Гадалка, реклама, чуваку лайки в интернете, а девчонке пока неизвестно что. А актриса начинающая, ей тоже засвет нужен. Погоди, погоди, она что, никуда не пропадала? Да пропала же, вот сейчас она пропала. Она должна быть тут, но ее нету, телефон не отвечает, ну вы же ее найдете. А что наши вперед смотрящие? Ничего вибрации не подсказывают? Вибрации вели меня сюда. Саидыч!
Если сорвалась, то выжила. Могла вниз по руслу реки пойти. Могла. Касацкий, прием, прием. Вы где? Мы у водопада, подвигаемся к вам. Не ходите, там Наташи нет. Мы идем по руслу реки. Товарищ генерал, отойдите от воды, пожалуйста. Слушай, капитан, мне не 3 года. Да я понимаю, что не 3 года, но там же камни скользкие. Да-да, очень скользкие камни, товарищ генерал. Игорь переживает, ну. Ага. Эй, Касацкий, тебе доктор нужен? Ты чё? Психический. Телефон! Это Наташин! Позвоните вы 112 или на ресепшн, вам подтвердят, что мы спасатели. Да знаю таких спасателей. Я сейчас в полицию позвоню. Да звоните куда хотите. Вы понимаете, что у вас за окном человек висит? И за неоказание помощи вас могут привлечь. Кого это привлечь? Тут опять такой не люди, а зверь. Смотри-ка, цепкий, как твой клещ. Давай руку. Тихо, спокойно. Тихо. Извините, ради бога, я думала, вы грабители. Слышала что? Я грабитель, ты Казанова. Хорошая у нас команда. Ты как? Нормально, спасибо. Я понял. Так, давай снимай обвязку, дальше я полезу. Думаешь, утек? Да я не тебе, ты иди вообще проспись. Эй, на четвертом. Я тебе сейчас веревку кину. Зафиксируй ее, пожалуйста. Ой. Сколько у вас там, а? Сейчас силы у меня будете нас тут примерять. У нас с тобой договор был. Ну, был. Я время потратила, сделала все как надо, а твоя девица просто не могла посидеть на месте ровно. Так. Значит так, когда ее найдем, подснимешь меня, как будто это я ее нашла. Понял? А то что? Порчу наведешь? У меня Наташка пропала, может, ее вообще уже нет. Ты подснимешь, я тебя так подсниму. На воздух нужно. Ага. Стул давай. Сейчас. Так, тихо. Ой, а я что, скорую вызывала? Бабуль, нынче такие врачи, что сами прилетают. Вот живут же в Сочи. У нас не так. Ну как тут у вас? Пульс и давление в норме. Только вот нервишки солят. Да, бабуль? О, это да. Ну, это сейчас у всех. Так, подожди. А где наш герой-любовник, а? Где он? Да выскочил из квартиры, как ошпаренный. Видимо, примерки носков испугался. Узнаешь? Это ее телефон, Наташкин. Наташ, ты где?
Она утонула, да? Не паникуй раньше времени и не каркай. Пройдем вниз по руслу реки, найдем обязательно. Я слышу, слышу. Опять вибрации? Да заткнись ты уже. Да сам заткнись, я голос слышу. Заткнитесь оба. Саидыч, а там внизу по руслу действительно что-то есть, наглянь. Наташа! Успокойся! Значит так, идем поверху, а вы чтоб ни шагу отсюда. Это генерал из Москвы, чтоб слушаться его. Кто не будет слушаться генерала, у того закроется третий глаз. И первых два оба тоже. Товарищ генерал, вы уж за ними присмотрите. Да ладно, Серег, конечно присмотрю. Я понимаю, тебе там толпа не нужна. Пузырь, а ты присматривай за генералом. Вот она! Петров, спускайся. Я пошел. Товарищ подполковник, разрешите я? Ну, давай. Есть. Давай, давай, молодой. Петро, просто как в кино. Ты же у нас актриса, да? Ну вот. Молодец. Молодец. Дай мне камеру и записи, я сама сниму и найду, кто смонтирует. Да не буду я врать, что это ты ее нашла. А кто только что ее голос услышал? Не я, что ли? Дай-ка сюда камеру. Уйди ты! Да успокойтесь вы оба. А ну, отошли от края. Сделай, не отмоешься. Прокляну! Изнутри гнить будешь, сволочь!
А ну прекратить! Держитесь! Пусть здесь, Саид, я сам! Враг потонет со своей камерой! Что ж вы... Руку, руку держи! Руку, ну! Давай! Ну давай! Что ж вы натворили, ребятки? Спасатели иногда гибнут. Да так глупо гибнут. Сломать себе шею из-за каких-то сволочей, которые в результате выжили. Ну, именно так и должно быть. Не стою повторять. Спасать надо всех. И хороших людей, и сволочей. Да. Всех спасаем. Без разбору. Проскурин ради этого и жил. Для того, чтобы быть генералом. Тебе бы, Игорь, это понять. Я без твоих нотаций обойдусь. Ничего, вырастет. Скажи, ну как ты собралась это доказать? Кровь дам на анализ. Мою и вашу. Мою? Ну, вы что, боитесь? Да нет, я просто уже выпил рюмочку. Или не важно? Не, не важно. Рукав задерите. Ага. Скажи, ты действительно думаешь, что это она? Соня? Не, не думаю. Не думаю, что она отравила, но могла рассказать кому-то про мою тренировку. А кому? Отцу? А, да. Если нас действительно отравили, то решение ты принимал Будилов, и он на свободе, и технофорум уже на носу.
Xin chào tất cả các bạn, lại là Tứ đây. Các bạn ơi, mình và các bạn sẽ cùng nhau tô một bức tranh về chiếc nơ này nhé. Các bạn ơi, như vậy là chúng mình đã cùng nhau tô màu xong bức tranh về cái nơ rồi. Các bạn nhớ nhấn like và đăng ký kênh để